Не торопился, солдат. Так, теперь о задании. Пропал ученый. Это не первый случай. Ты новичок, тебе и искать. Заодно и освоишься. Твоя задача — проверить заброшенный центр связи. Говорят, он направлялся туда. Пройти в центр можно через подземный уровень Марс-Сити. Я запрограммировал робота. Он проводит тебя к лифту на подземный уровень. Надеюсь, хоть с роботом ты дорогу найдешь. Внизу у лифта пост охраны. Там тебе выдадут оружие. Когда найдешь ученого, просто приведи сюда. Живого и невредимого, понял? Свободен. Хотите получать больше денег? Исследовательским лабораториям Дельта нужны добровольцы. Вся информация у ваших менеджеров по кадрам. Слышал, что карта хватит. А что такое? Он говорит, что видел каких-то странных существ там. USC заботится о здоровье своих сотрудников. К вашим услугам самые квалифицированные врачи Солнечной системы. Thank you.
Добро пожаловать в подземелье, солдат. Самое скучное место на Марсе. Одну минуту, я выдам тебе броню и пистолет. А то что это за солдат без оружия? Вот твое барахло. Теперь ты готов к бою. Сейчас я проверю радио. Охрана Марса, проверка связи. Отлично, прием нормальный. Центр связи. Это вниз по лестнице, а дальше все время прямо и наружу через шлюз. Немного пробежаться без воздуха, зато получишь шанс поближе познакомиться с Марсом. Окей, все в порядке. Ах да, вот еще что. Не путай штатских с мишенями, они тут работают. Чего стоишь? Давай топай. Я не видел здесь новых лиц. Добро пожаловать в подземелье, братишка. Чувствую себя как дома. Эй, не трожь!
Слушай, я тебе ничем помочь не могу. Я занят. Вообще хоть что-нибудь работает? Сэр, ученые требуют от оборудования слишком многого. Хватит отговорок. Пошевеливайся, у ученых работа стоит. Я делаю, что могу, сэр, но не пойму, что же такое происходит с системой. Странно все это. Нечего трепать языком. Что за привычка подкрадываться к людям со спины? Здесь и так у всех нервы на пределе со всей этой чертовщиной. Тебе в гараж. Это вон в ту дверь. А теперь отстань от меня. Который ищет старый центр связи. До него тебе придется топать по улице, так что не зевай. Придется пробежаться от шлюза до шлюза. А, не бойся, в твоем костюме неплохие запасы кислорода. Ну, так и будешь ждать у моря погоды?
А? Нет-нет, ради всего святого, дайте мне отослать это сообщение. Их надо предупредить, пока еще не поздно. Иначе все. Система. Иначе? Вы просто не понимаете. У вас не хватит знаний, чтобы понять. Дьявол, он существует. Я знаю. Я построил его клетку. О, Господи! Господи, спаси! Возвращайтесь в штаб десанта и ждите до... Гермитизировать солнце.
штаб десанта. Направляйтесь в штаб и ждите дальнейших приказаний.